Молодь бай, помним традиции, живем настоящим, стремимся в будущее. Под таким слоганом в Беларуси проходит неделя молодежи. Марафон стартовал 20 июня. Он предшествует Дню молодежи и студенчества, который в нашей стране отмечается в последнее воскресенье июня. На Сморгонщине неделя молодежи стартовала с проведения открытого диалога с молодежью на равных. Активисты молодежного движения собрались в районном центре творчества. В мероприятии приняли участие главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Барташ и первый секретарь районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Екатерина Сорока. Екатерина Константиновна рассказала о государственной молодежной политике, а также о социальных гарантиях для молодежи. Она отметила, что целеустремленные, образованные и активные молодые люди являются залогом успешного развития любой страны. Представители белорусской молодежи проявляют активность во всех сферах жизни общества, вносят существенный вклад в наращивание экономического потенциала Беларуси, повышение ее политического авторитета, отстаивают честь Родины на международных спортивных состязаниях и культурных конкурсах, разрабатывают научные проекты и участвуют в социально значимых инициативах. На молодежь в современных непростых условиях возложена важная задача – сберечь Беларусь и заложить фундамент ее развития для следующего поколения. Крайне важно, чтобы молодые люди были патриотами, уважали свою историю, культуру и традиции, разделяли духовные ценности, четко осознавали ответственность не только за себя, но и за своих родителей, бабушек и дедушек, за своих предков, многие из которых отдали свои жизни, чтобы сегодня мы жили в свободной и независимой стране. На встрече вручили членские билеты ребятам, которые недавно вступили в ряды Белорусского республиканского союза молодежи. Самая массовая молодежная организация страны объединяет лучших представителей нового поколения. Тех, кто стремится приложить силы и способности, чтобы сделать интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь сверстников.